Новая реальность. Привет всем геймерам, и снова с вами я, Бензонотроп. Сегодня речь пойдет об игрушках 64-битной платформы, а именно Nintendo 64. Первая игрушка — это головокружительная леталка-стрелялка Air Fighter Assault. В этой игре вам предстоит уничтожить целую кучу врагов, разнообразие которых просто удивляет. Это подводные лодки, крейсера, различные вертолеты и самолеты, которые будут нападать на защищаемые вами города, будь то Токио, Нью-Йорк или какие-нибудь другие. Перед началом игры советую попрактиковаться и только потом приступать к боевым действиям. Иначе вас ждет неминуемая смерть от ракет врагов или от столкновения с землей, водой или другими объектами. В вашем распоряжении 4 вида суперсовременных самолетов, каждый из которых оснащен своим арсеналом оружия. Также нажав кнопку R, вы можете изменять их цвета. После того, как вы его выберете, вам придется прочитать боевое задание. Если, конечно, знаете английский, нажав кнопку A, вы сможете ознакомиться с техникой противника, в том числе и с оставшим уже привычным по другим играм боссом уровня, после чего и начнется ваша миссия. В воздухе самолет творит просто чудеса. Вы можете делать мертвые петли, переворачиваться как угодно, если, конечно, вы не выбрали управление для новичков. Неплохо выглядят и взрывы, которые просто радуют глаз, когда попадаешь в кого-нибудь из противников, что бывает очень редко. Ну, в общем, для любителей авиасимуляторов эта игра придется по вкусу. Вторая игрушка — это увлекательная бродилка Mischief Makers. Суть игры проста. Надо спасти какого-то старичка, по дороге выполнив кучу заданий и решив разные головоломки. В игре вы управляете каким-то странным созданием, кажется, женского пола, которое может крутиться, вертеться, драться, высоко прыгать, а также зависать в воздухе с помощью реактивного двигателя. Чтобы более подробно понять, как пройти тот или иной уровень, вам предстоит потратить время на болтовню. Так же, как и в предыдущей игре на английском языке, с различными дружелюбными настроенными созданиями, которые будут помогать вам в разных сложных ситуациях. А также кучу врагов, которые в этих ситуациях будут вам мешать. Задний фон выглядит очень объемно и трехмерно, а яркие сочные цвета в игре доставят вам кучу удовольствия. Мне кажется, и взрослые, и дети проведут за игрой немало времени, которое можно было бы потратить на более полезные дела. Но не забывайте, что игра — это вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе. Ну и, наконец, вопрос. Как зовут это странное создание женского пола? Ну а победитель получит приз от торгового дома Time — фотокассету Polaroid для одноименного фотоаппарата. Ну ладно, ломайте свои головы над вопросами и присылайте свои ответы. А пока я ухожу в торговый дом Time, чтобы вернуться с новыми играми.